СФУ отправил бумеранг по деревням и селам Енисейского района. Так называется ежегодный агитационный пробег. Студенты Сибирского федерального посетят 15 населенных пунктов в течение 2 недель, где будут рассказывать старшеклассникам об университете, студенческой жизни, а также покажут множество физических и химических опытов. Все для того, чтобы заинтересовать сельскую молодежь высшим образованием. Кроме научных мероприятий, студенты проведут спортивные соревнования и небольшие концерты. Пробег проходит в 5-й раз. Вместе со студентами отправился и редактор научно-популярного журнала «Кот» Шрёдингера. Таких вещей мало кто делает. Я, честно говоря, не слышал, чтобы в Москве или в Питере, или где-то еще студенты и молодые преподаватели собирались на лыжах по деревням рассказывать про науку, про университет. Это вещь довольно редкая. Ну, а любое редкое, оно привлекает. Плюс, мне кажется, это очень правильный формат, потому что живет две России. Одна в больших городах с компьютерами, соцсетями и прочим. Другая живет в маленьких деревнях, где даже дорог не всегда можно найти.